драйв от аккордов бас-гитары, грохот железа и, конечно, своя символика – от кожаных косух до металлических цепей. Это настоящий рок. Ангарск – один из немногих городов России, в котором есть собственные рок-группы в оригинальном составе. Этот концерт стал чем-то особенным. Группа «Продолжение следует» представила ангарской публике совместные номера с ансамблем скрипачей «Вдохновение». Организатор и по совместительству юбиляр Владимир Воякин говорит, что музыкант начинает свой путь к року с классики. Сам в далеком прошлом играл на виолончели. Планируем такую ретроспективу сделать от классики, именно от классических произведений, ну, например, Вивальди, там, Чайковского, еще кого-то, и до современного русского рока. Пройдя, допустим, начало века рэг-тайм, потом середину века там Элвиса Пресли, Битлз, и кончая роком уже, ну, скорее всего, наверное, современным русским. Аранжировать наши оригинальные вещи. Мы стали старыми потом. Уникальность воскресного концерта в том, что на сцене выступали ветераны музыкальной субкультуры. Многим рокерам этой осенью исполнилось по 55 лет. На празднике выступили группы «Бездна», «Олд Скул», «Без вариантов», «Роковая пристань» и другие. Самая молодая команда приехала из Иркутска. Здесь ребята вообще соединили ударные и бас-гитару с игрой на баяне. То, что громко, музыка и то, что там всякие беспределы на сцене можно делать. Меня позвала подруга, я хочу послушать рок, мне нравится слушать. Такие музыканты у нас классные. Я восхищен. Я был от Мурманска, Крым, Москва, Питер. Я всех знаю, всех уважаю. Но Ангарск я люблю, это мой город. Почти 3 часа рокеры буквально разрывали зал. А к 60-летию ангарские музыканты пообещали представить еще более экстравагантное творчество и вновь собрать своих преданных поклонников. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.